спорткомплексе «Баскет-холл» города Краснодара 15 декабря состоится грандиозное шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова под названием «Легенды спорта». Среди участников шоу – воспитанники краевых спортивных школ и местные творческие коллективы, которые прошли жесточайший отбор. На арене выступят настоящие юные профессионалы, которые показали высокий уровень мастерства. В их числе ребята Северской ДЮСША и образцового хореографического коллектива студии спортивного танца «Диана». Под руководством тренеров-преподавателей Дианы Гороховой, Николая Клинченкова и Вероники Коротченко они готовят целых 6 номеров для программы. Один из них наши ребята будут исполнять с самим Алексеем Немовым. Вместе с ребятами на арену выйдут олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Первый краевой детский фестиваль гимнастики «Легенды спорта» – это уникальный проект, объединяющий на одной арене несколько видов спорта – от гимнастики и акробатики до циркового искусства. Шоу создано в первую очередь для популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи.